Выполнение программы «Комфортная городская среда» во дворах домов с 77 по 83 на улице Димитрова приостановили по требованию жителей. Они заявили, что рабочие вышли на объект, имея на руках неточный проект. 27 числа сюда вышла техника, и тот проект, который был непосредственно у строителей, он не совсем соответствовал тем задумкам, которые мы как бы предполагали. Однако выяснилось, что недовольство проектом высказали жители соседнего дома, которым по федеральной программе должны сделать только дорогу и парковочные места. А те, кто составлял проект, с ним согласны и уже ждали завершения работ к началу лета. А бы сейчас, к 1 июня, была бы уже детская площадка сделана. То есть 1 июня, на День защиты детей, частично уже бы все было. Почему? Не надо нам. Почему вы решили за всех? Разрешить сложившуюся ситуацию и устранить причины задержки строительства помогла городская администрация. Все, у вас люди выходили, обсуждали. Вот можете спросить. У них проект, у них есть готовый проект, который всех устраивает. Жители вместе с главой города Еленой Лапушкиной обсудили предлагаемые изменения в проект, осмотрели детские площадки, куда их можно перенести, чтобы они находились подальше от дорог, парковок и трансформаторных будок. Принимать изменения в проект или нет, решали голосованием. До чемпионата все сделали, все. Все изменения, за которые проголосовали жители, уже внесли в план работ. И подрядчик возвращается во дворы, чтобы закончить начатый ремонт. Срок сдачи объекта не позднее 1 сентября. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.